Приветствую, уважаемые друзья в социальных сетях. Вашему вниманию фрагмент новостной программы «Здесь и сейчас» с Анной Мангайт на телеканале «Дождь». Смотрите, слушайте. Советская кинозвезда Валентина Талызина, известная всем по «Иронии судьбы», «Большой перемене», «Старикам-разбойникам», дала впервые за долгое время большое интервью и выбрала для этой цели YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». 88-летняя актриса рассказала о своем расследовании. Оказывается, родители Пугачевой и Хиджаковой – евреи. Поэтому, по ее версии, они не поддерживают Путина и войну в Украине. Пещерные антисемиты старой закалки вышли на новую аудиторию. У Пугачевой папку звали Борух. Борух. А она не холопка и не раба. Переименовала папку в Бориску. Бориска — славянское имя. Алла не Боруховна, а Алла Борисовна. А? Не раба и не холопка. Угу. Русской захотела быть. И такая же история у Лили Меджидовны. Папка был Нахим. Она взяла отчество Меджун своего отчима, чтобы не говорили про нее ничего. Про последнюю я хочу сказать, что она не актриса. Ой, какие они бессовестные. Как можно? Страна находится в тяжелом состоянии, в войне. И как можно говорить плохо про страну, говорить плохо про русских? Родилась, воспитывалась, училась, играла для русских. И без чести и без совести. Высказывание Талызиной неожиданно очень завирусилось, и вот уже шутники из интернета переделали и ее собственную статью в Википедии. Так ее отец Иларион Григорьевич стал Илаем Гершевичем, а ее мама Анастасия Трифоновна – Тхией Тахумовной. Наверное, для Валентины это большой удар. Рассказывает, что редактор Вики правил статью аж 3 раза, возвращая первоначальный текст. Здесь и сейчас. Уважаемые друзья в социальных сетях, вы все видели и слышали. Комментарии, с моей точки зрения, здесь, конечно, излишни. Но единственное, что могу сказать, как родившийся человек в Одессе и сталкивавшийся, как говорится, на своей шкуре, испытавший советский антисемитизм, я могу только сказать: антисемиты всех стран, гордитесь, ваши ряды, если верить вот этому новостному сюжету телеканала «Дождь», пополнила 88-летняя актриса театра имени Моссовета Валентина Талызина. И будьте все здоровы, благополучны, несмотря ни на что, оставайтесь оптимистами. Искренне ваш, но не претендующий на копирайт, это все телеканал «Дождь», Дэви Аркадий из Филадельфии. Сегодня 15 августа 2023 военного, увы, года. Пока, пока.